говорит Ленинград. Внимание, товарищи! Город Ленинград полностью освобожден от вражеской блокады и от варварских артиллерийских обстрелов противника. До войны в Ленинграде работало более 200 сберегательных касс. И на протяжении всего периода блокады не прекращала свою работу 50 сберегательных касс. Вот эта касса на Невском 82, одна из 50, которая не прекращала работу на протяжении всех 900 дней ленинградской блокады. И в память, в день 73-й годовщины снятия блокады, мы сегодня открываем эту мемориальную таблицу. Помимо приема и выдачи вкладов, сберегательные кассы занимались распространением облигаций выигрышных займов, распространением билетов денежно-вещевых лотерей. На них была возложена обязанность открывать специальные счета за неиспользованные отпуска гражданам страны, которые работали, и, наконец, сбор средств в фонд обороны. Вот мы сейчас стоим с вами в операционном зале. Буржуйка должна была стоять в операционном зале, чтобы пришедшим клиентам было тепло. Те, кто были за окошечком, за стойками сберкассы, они были вынуждены закутаться во все возможные теплые вещи. А наши старые сотрудники рассказывали, чернила замерзали на столе, они чернильницу вешали на веревочке на шею под одежду. И когда приходил клиент, они перышком махали и списывали показания на сберегательную книжку. Люди с полной самоотдачей, абсолютно искренне, честно исполняли свою работу. Ну а какие условия были, вы сами прекрасно понимаете. И в обязанности сотрудников входило и отопление помещения, и заготовка дров для того, чтобы топить, и чернила замерзали, и нужно было заботиться об эвакуации и сотрудников, и клиентов. Сберегательные кассы, они как кусочек мирной жизни. Просто обычно принято говорить о исполнении 7-й симфонии Шостаковича. Это действительно событие грандиозное. О голосе Ольги Бергольц, да, она была таким своеобразным символом жизни, потому что жив Ленинград. Но для многих сберегательные кассы – это тоже кусочек мирного прежнего.